Что, вот, пожалуйста, налила за ночь, налила лужки вот такие замечательные, смотрите, шикардозные лужки, о, тут тоже все, это мы радуемся этому, в общем-то, что такие лужи, это хорошо. Воздух чистый, свежий, облачность, такие облака, дождик еще там где-то покапывает, но это с крыши это он с крыши капает, там на крышах еще, так-то, ну вот он вроде бы покапывает так немножко, моросит так чуть-чуть, а вот тут смотрите, какая лужа, вау, классно. Хорошая лужа, конечно, мне нравится. Здесь тоже вот лужа, класс. Ну, есть тротуары, можно пройти по тротуарам, но не везде. Но тут можно по бордюру пройти, по бордюру. Ну, а тут вообще сухо, все классно, все замечательно. Все вот эти вот, ну, ямки, они заполнены водичкой. Все ямки, все классно. О. Ну, тут одни машины ездят. Одни машины, поэтому машинам-то что ездить по лужам? Не впервой. Они для этого некоторые предназначены. Вездеходы там 4 воды. Такая лужа классная, а вот видно даже, эти капает, или это с крыши капает, я не пойму, лужи, водичка, значит пожары тушат, просто замечательно, ну а здесь видно насыпут гравий, вот такой кучу гравия привезли. Видать, будут вот здесь вот подсыпать будут. Ну а здесь вот как пройти мне? А, ну можно нормально тут проходить все. Ну правда, вот там тоже песочек я вижу какой-то есть, но его что-то не видать не хватит на эти лужи. Ну вот вам доказательство, то что дожди идут, эти лужи все, это вам доказательство, то что дожди идут у нас в Якутске.